і тонка овочина, яка пливе ще в вулику, розумієте? Зараз багато виробників овочини. Ми не міг вам говорити, да, ви знаєте. Багато хто попав. А потім кажуть, що рве рамки, а що ви говорите? А можна до вас два питання? Да, можна. Я так розумію, ви фірма «Бістар». Да. Так? Да. Можна знімати? Можна, да. А скажіть, будь ласка, у вас це новий виріб, так? Ну, на ринку українському нема такого. Немає ще, так. Ну, можете два слова буквально для Ютуб, для спільноти пасічної. Ну, хочу представити станок для обрізання рамки, розрахований на всі типи стандартних рамок, на 145, 230 і 300 мм. Виготовлений він нашою компанією «Бістар Технологія». Ми знаходимося в місті Вінниці. Основною нашою продукцією є випуск медогонок, радіальних, касетних, комбінованих. Також у нас є продажу лінія для відкачування меду. Цей станок є як окремою одиницею для роботи, так і елементом лінії для відкачування меду. Принцип його роботи – рамки подаються цепним транспортером через ножі вібраційні. Ножі підігріваються водою гарячою, яка циркулює по замкнутій системі. Стоїть терморегулятор, який підтримує температуру води задану. Відро ножі обрізають і, якщо я вибачаюся, можна я? Да, рамка проходить через ножі і виходить знизу на стіл вже в обрізаному вигляді. Цей тип рамок зараз підкреслюю 300, 230, 145 сюди входить. Стіл може бути також любої довжини. Ємкості на більшу кількість прав. Під замовлення. Ну і по медогоночки можна якісь два слова? Так. Маленький медогонок. Саме маленька модифікація. Це в нас діаметр бака 760. 28 рамок радіально-рутовських і 145-х. Виготовлена вона, всі медогонки баки з харчової сталі 304-ї. Товщина бака тут 0,7, но в нас 1 мм. Крани всі варені, нержавіючі. Слідуючий типорозмір, виходить, це медогонка. В даному випадку це комбінована радіально-кордіальна. Використовується на пасіках, в яких є різні типи рамок. І 300, і 230. Дозволяє відкачувати 48 рамок радіально або 6 рамок кордіальні. Медогонка автоматична, має 9 стандартних програм. Вся функція пасічника зводиться до того, щоб ставити рамки, закрити кріш і нажати на кнопку пуск. Вона сама виключається і зупиняється. Цей варіант у нас чисто касетна медогонка. Касети всі теж виготовлені з нержавіючої сталі. Барабан виготовлений з прутка нержавіючого. Такий варіант. Ще самий новий варіант у нас медогонки – це 20-рамочна медогонка з перегородками. Це насос для відкачування меду. А скільки вона коштує? Ціна її 42 800 на виставці. Тут перегородки. А вдома, якщо той не на виставці? Ну, ціна сьогоднішня така. А, ні, ну я ж і питаю. Так, вона відкачує мед, лягає сюди і потім сюди. Виготовилася повністю з нержавіючої харчової сталі до останнього болтика. Крани збільшеного розміру мають діаметр 72 мм для кращого виходу меду. Даємо 2 роки повної гарантії на продукцію і сервісне обслуговування після закінчення терміну гарантії. Дякую. Ну і ціна напослідок. Яка ціна такої лінії? Цей станок зараз коштує 45 тисяч гривень. А там привод електродвигатель? Дякую. Да. Геннадій Броніславович, скажите, пожалуйста, что вы предоставили тоже на рынок, на выставке показали? Ну вот это разработка этого года, причем конкретно вот этому изделию 3 дня от роду. Всего лишь. Да, всего лишь 3 дня. Мы очень просили там типа нашу новую форму поставить станок. Там занят станок был изготовлением вот этих ульев. Uh-huh.
то есть это на одном предприятии делается. И нам выслали по новой почте фактически два корпуса этих новых, для того, чтобы мы сделали контрольные замеры поверхностей сейчас и дали отмашку на изготовление. То есть оказалось, ну, все практически идеально. Там маленькое замечание получилось. Вот этот размерчик, который 472, тут 473 получился. 1 миллиметр. Ну, он самое интересное, такой же точно, как в том уле получилось. Ну, это нормально все. То есть ничего тут это... Потому что рамки у нас не всегда делают четко в размере. Поэтому проблемы бывают, что не становятся. Так что... Ну, если не секрет, 145-й корпус на 10 рамок, в дальнейшем что-то будет еще добавляться или пока на этом? Значит, планов много. Ну, формы очень дорогие, и это формы, мы как немножко не экономили на них. Можно сделать форму с живучестью там 50 тысяч, мы заказывали на 200 тысяч, то есть там другой материал и цена другая. Не только за счет того, что материал дороже, а просто его обрабатывать намного сложнее. Эти твердые сплавы. Но зато высокая живучесть у него, то есть можно будет там годами эту форму использовать. Этот пенополистирольный улей плотностью 100 килограмм на метр кубический, то есть при такой плотности нет необходимости какой-то дополнительной еще защиты там от прогрызания, прополиса. Стенки сделаны боковые 40, передняя и задняя 45. То есть это по теплу вообще улей, то есть, ну, мягко говоря, аналогов нет. То есть толщина плюс теплопроводность материала, это то, что вот на рынке есть практически. Ну, вот рядом только пенополиуретан с толщиной стенки 40. То есть по прочности они нормальные. Я думаю, что цена тоже у него сейчас, ну, скажем, в розницу 200 гривен. То есть мы с Лысонем, они с нами не конкурируют. Хотя качество наших выше. То есть по технологии это бибоксовская технология изготовления. То есть все нормально. А детали, по вопросам приобретения опта, ну вот... Можно или ко мне, или к Фадееву. Почему? Потому что Денис работает непосредственно с заводом, изготовителем, и делается это на одном предприятии. То есть можно через меня, через него заказывать. То есть они уже отмашку дали, то есть уже две смены станок отработал. Там первая партия, там 500 штук они отольют. Я планирую их в первую очередь даже себе еще поставить. То есть это не чисто коммерческий проект, отталкиваемся от себя, от своих возможностей. То есть надо добавлять пчел, потому что спрос на пакеты, тем более нашей породы Бакфаста, высокий. И, как говорится, надо удовлетворять этот спрос, потому что это идеальная на сегодняшний день пчела для дачника. То есть они очень спокойные и как ни хозяину, ни даже принципиально не могут, ни, тем более соседям, потому что на дачах это очень важно. То есть животные, соседи, этот самый. Нужно, чтобы пчела была в первую очередь спокойна, а если она еще и мед носит. Да, то это еще супер пчела. Давайте мы на вас подберем. Я уже давно не живу. Просто нет, тут живого места нет. А колпачок вот этот сейчас. Этот колбачок маткодержатель вот этот будет? Александр, все сборы. Да. 200 штук. Если вы настроены. У меня покой не дает пара генератора. Экономия.
Когда принцесса выйдет, я ходил взрослый. Ты как домой попаду? Я домой не попаду. Да нет, шпионы не выставляют на всеобщее обозрение. Ну, привет всем. Привет. Да нет, пускай работает. Он на работе. Не пожалеете, тут дуже проще. Просто його користуватися, щоб ви знали так от. Ваня, привіт. Привіт. Нічого, потихонечку. Та так, по кругу хочу пройти. Окей, окей, хорошо. Покажемо, що тут новенького в Соня. Все, пошли. 200. Да, более 200. Ну, сейчас 200 еще. Ветхим Экселину. Что у вас новенького? Новенького? Да. С вашего товара. Для вас все новенькое. Давайте презентуем что-нибудь. Не в качестве, но новый материал. Как? ППУ. ППУ только с новыми компонентами, которые не содержат фреона. Ага. Это огонь. Это новинка какая-то, это, да? Да, на водной основе это супер. И который, я знаю, о чем я говорю. Материала повысил себе плотность реально, на 20%. Угу. Улья стали гораздо плотнее и, ну, и жалее немножко. Ну реально классный, то есть, ну, молодцы. Спасибо. Зачет. Ну, вы знаете этот материал. Это тоже ППУ? Это тоже. Это вы, Денис, да, делаете? Да. А у вас что новенького? У нас вот вражеский бакфаст есть. Я понял, вы занимаетесь матками. Да, еще бейджик наш опасный по Харькову вообще. Это можно вам звонить, да? Можно нам звонить. Но я вырежу с видео. Вырежешь. Кому надо ранее матки с Турции, можно он заказывать. А, матки с Турции? В апреле. А, на Толика, да? Кому починить реально надо семью. Ну, я понял, да. Хорошо, спасибо. Здравствуйте. Добрый день. Представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Алексей Шавин. Мы работаем под торговой маркой «Сытый Булок». Вот. Это ваша продукция? Ну, продукции у нас тут нашей нету. Мы представляем исключительно импортную продукцию, то есть производители европейские. Угу. Что вы можете сказать, Алексей, о сегодняшней выставке, которая прошла в Харькове? Выставка была два дня, 17 и 18 февраля. Это была суббота и воскресенье. Вчера было очень много людей, было сложно поговорить. Сегодня их мало, но зато можно спокойно поговорить. И были клиенты, которые нас интересовали. Украинские пчеловоды заинтересовались продукцией? Ну, они не просто заинтересовались, они оставили свои деньги, что-то купили, что-то заказали. Даже есть покупатели реальные, да? Ну, конечно, они есть. Ага, отлично. Как вы считаете, вот будущее деревянного уля впереди или все-таки технологии, которые сейчас делают полиэстирол? Там? Я думаю, что на рынке будут присутствовать и те ульи, и другие. Наша задача – это обеспечить возможность выбора, чтобы человек мог выбрать то, что ему будет удобнее по его задаче. Угу. А скажите, пожалуйста, что бы вы хотели пожелать нашим украинским производителям продукции, нашей украинской? Производителям меда и продукции? Ну, пчелиного инвентаря, без разницы, просто повышать уровень или... Я думаю, что уровень у нас достаточно высокий, у нас хорошая квалификация, кадры. Единственное, что я бы пожелал, чего нам не хватает стратегического мышления. Mm-hmm. То есть хотя бы планирование, ну, лет на 5. То есть не мыслить сегодняшним днем, сделать что-то подешевле, что-нибудь побыстрее, а думать о том, что будет через 3, через 3-5 лет, каков будет рынок и где будешь ты находиться, строить долговременные связи, сотрудничество и работу с клиентом на перспективу хотя бы 3-5 лет, лучше на 10. Спасибо большое. Пожалуйста. Озонная трава, кому надо? Ну, хоть трошки повращаться. 6 услуг. Вы не против? А? Вы не против? Не,
А как вас найти? Просто многие вот ищут фацелю, например. Как ваши контакты? На километре в магазин. Возьмите. Я-то найду. А вот кто-то может и не найти. Все. Спасибо. Андрей Сумчанин выбирает перчатки. Привет. Привет. И Вова выбирает перчатки. Продай ему. Зимовал. Сумчанин. Зимовал. Я говорю, я съемку веду. Она у родителей Данилевского. Это принц. Привет. Что у вас нового, господа? Сережа, скажи пару слов. Пару слов. Для Ютуба. Пару слов для Ютуба. Два слова, давайте, давайте. Работаем, ребятушки, работаем. Под лежачий камень вода не течет. Окей. Работаем мы вместе для себя, для наших коллег. Потому что мы все находимся с вами в одной лодке. Делить нам нечего. На всякие спилки и прочее делиться нам сейчас тоже ни к чему. Потому что потонут одни, потонут все. Поэтому, ребятушки, держимся друг за друга. Помогаем. И движемся дальше вместе. Это примерно 18-20 годовских рамок. У меня все. Спасибо. А что у вас с инструментом инвентаря? Есть. Ну, на тот момент, когда снимается это видео... Я понимаю, что на тот момент. А раньше к вам не поступиться просто. Мы привезли ульи, мы привезли нуклеусы, трансформеры. Ульи поливоды, они же рогатые. Аналогичные системы привезли ульи. Те же самые 8 на 145, то есть 8 штук полурамок. 45-х в корпусе, но безфальцевые, на защелках. Привезли рамки под сотовый мед. Привезли донные пыльцеуловители. Привезли приводы для медогона электрические. Молодцы. Короче, у вас можно заказать все. Нет, не все. Только то, что мы делаем. Хорошо. Удачи вам, господа. Спасибо, Вань. Спасибо, Вань. Спасибо. Вам один. Ну, я же не знал. Тогда 158. Один для продают. Чем за? 853. Доброго дня, доброго здоровья. Доброго дня. Вы пчеловод, мы вас знаем давно, Михаил Григорьевич. Да. Будьте добры, пару слов о выставке, которая проходила сегодня в Харькове, и какие у вас впечатления? Вы как человек опытный, может, что-то новенькое видели, что вас впечатлило, в общем? Впечатлило то, что выставка проходит второй день даже. Угу. И народу, как ни странно, казалось бы, во второй день когда-то проводились выставки в Харькове, но на второй день как-то было мало народу. На сегодня, я должен сказать, ну, относительно много народу. Вчера было значительно больше. Ну, что нового? Это инвентарь оборудования. Это есть улья, есть пыльцеуловители донные, вот, новой конструкции. Как они себя будут вести, ну, это пчеловоды практики будут испытывать. Я понял. Как вот вы, на ваш взгляд, молодежи больше стало посещать? Намного больше. Намного. И лекции и конференции, которые проводились всегда, ну, может, было тогда было поменьше помещения, народу меньше посещало. Вчера планировалось... Даже было поставлено где-то около 150 ульев, стульев, то оказалось немножко даже маловато. Людей было очень много, и что отрадно, очень много молодых людей в возрасте 25, 30, 40 лет. Отлично, отлично. А то есть пчеловодство имеет смысл развиваться. Будущее пчеловодства есть. Есть, оно есть, и есть, и будет. И независимо от того, оно и будет развиваться, и будет идти. Ну, от всех подписчиков, от всех зрителей канала хотим пожелать вам крепкого здоровья. Спасибо. Многих лет. Спасибо. Долгих лет. Спасибо. И, как говорится, чтобы пчелы у нас гудили. Всего хорошего. Удачи. Доброго дня. Потом выставляете оборудование. Сколько стоит? 40 стоит, 620, 70 стоит, 700 внешне.
Сабину поснимаем. А? Сабину поснимаем. Что, как выставка? Да ничего, нормально. Мама, что у вас новенького? Что у нас новенького, да? Здесь приняли турецкий сок у нас новенький. У нас есть пинцеты, шпателя для переноса маточного молочка. Но это только что за последний месяц, так более-менее. А так вообще у нас, ну, стараемся каждую неделю новинку какую-то расширять ассортимент и какую-то позицию вводить. Круто, молодцы. Да. Девчонки. Привет! Здравствуйте. День добрый. Будьте добры, представьте, пожалуйста. Алексей, Харьковская область, Кигичевский район. Угу. Пасека небольшая, начинающий пчеловод, скромный. Может, кто знает. По... Какое количество семей? Ну, в зиму пустил 219, 219, если быть точным. Скажите, ваше впечатление от выставки в Харькове? Выставка в Харькове в этом году, как по мне, то это за последние 5 лет организация и много-много-много всего. Это одна из лучших выставок, которые проходили в Харькове за последние 5 лет, когда была нестача, недостача воздуха, не было чем дышать. Сейчас, как мы видим, как мы видели вчера, сегодня второй день выставки, вчера было много желающих посмотреть, пощупать, что-то узнать нового, всем хватило места, все остались довольны, и я очень много извлек из этой выставки. К примеру, год назад сколько было выставлено насосов для перекачки меда от разных производителей? По-моему, кто-то был один. Один. В этом году сколько? 3 или 4? Отечественных производителей. Отечественных производителей. Да. Мы не берем там зарубежных производителей, у них насосы давно работают. То есть отечественные производители пытаются не отставать от зарубежных, быстренько разрабатывают, быстренько испытывают, быстренько делают образцы, дают их пчеловоду на испытания, выслушивают отзывы, дорабатывают, то есть пытаются не отставать, чтобы можно было конкурировать с зарубежными производителями. Я правильно вас понял, пчеловодство Украины идет верными шагами, наращивает свои темпы производства и качество. Надеюсь, качество у нас будет тоже на высоком уровне. И когда я сегодня, вчера подошел к экспозиции фирмы Лесонь, да, посмотрел, многие вещи меня заинтересовали как пчеловода, а мой напарник говорит: Леш, ну, многое всего дорогое. Я ему отвечаю, говорю: смотри, рано или поздно мы к этому придем. По какой причине? Если год назад или два я мог себе позволить там купить, скажем, с моим бюджетом костюм лесоневский, да, стамеску лесоневскую, то через какие-то 2 года я смогу себе позволить купить медогонку лесоневскую. Вот. Все оно, ну, за один день не делается, и придет это время, когда и, скажем так, что мне понравилось в экспозиции фирмы Лесонь, что они вышли как бы на украинский рынок, и они могут конкурировать по цене и качеству смело с украинскими производителями. И много пчеловодов, я уверен, в этом году уже будет иметь на пасеке инвентарь зарубежных производителей и будут, ну, как бы довольны, будет показывать, будет рассказывать о плюсах и минусах медогонок, столов по распечатке, экструдеров, там, или как он называется, агрегат. Ну, пчеловодное оборудование, правильно? Да, да, да. Я понял. Алексей, я надеюсь, что наши тоже отечественные производители будут равняться на европейское качество. А мы умеем делать хорошо, если захотим. Поэтому украинское пчеловодство, я думаю, будет развиваться, и мы будем этим гордиться. Будем, правда? Стараться. Будем. Большое вам спасибо. Спасибо и вам. Не годится. Всю жизнь, да? Не годится. Нет, если... Это стоит. Вот такая у нас начинка. Сейчас
Ну, я могу еще не ехать. Нет. Чек лучше. Иду. Нет. Вышли. Привет. Здравствуйте. Что у вас новенького? Кулачковый насос. Вау, точно. Цена. Какая цена? Цена 10 тысяч. Насос для перекачки меда. Ой, еще раз. Насос для перекачки меда. А насос это, ну, двигатели наши, а сам насос чего производства? Наши. Тоже наши? Я сам не сделал. О, вы молодцы, реально крутые. А что еще новенького? Пока все. Мучаемся над насосами. Так, хорошо. Соты, ножи, станки. Класс. За кулачковый насос отдельное спасибо. Респект. Доброго дня. Доброго дня. Представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Максим, Максим Нарцесов, компания Джудис. Мы из Павлограда. Изготавливаем улики из пенополистирола, фанеры, донья, и еще планируем дальше работать, расширять наш ассортимент. Вот первый раз участвуем в такой большой выставке, приехали показать свою продукцию. Учитывая, что мы принесли, в общем-то, довольно много, а уносить придется, в общем-то, поменьше, можно сказать, что довольно успешно мы съездили. Какие-то новинки, может, вы привезли, может, что-то подскажете нам по-быстрому? Мы привезли, сейчас покажу, значит, улей, стенка у нас идет фанерная, это сэндвич-панель, угу. Такая, он может разбираться, может, в собранном виде, в разобранном виде транспортироваться, что логистику существенно упрощает. Вот, ну, это как новинка. То есть, mm-hmm. в принципе, мы сами ее еще не пробовали, но я уверен, что он будет работать отлично. Остальное все мы, в принципе, пробовали уже на своей пасеке. И еще один нюанс – это кольцесборник, который мы уже работали над ним уже целый год, разрабатываем, перерабатываем. На всех выставках слушаем пчеловодов, бывалых, кто… может, подсказывает какие-то вещи, мы стараемся учитывать, чтобы максимально эффективную, скажем так, вещь сделать, чтобы она работала на радость пчеловодам и не очень сильно смущала пчел. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо вам тоже. Пойдет? Готов, не? Что сейчас? А как бы с вами связаться с пчеловодом? Как можно узнать? Ну, у нас есть сайт jolis.com, есть телефоны. Мне прочитать телефоны, если. Ну, то есть мы есть на сайте, в принципе. Есть вот визиточка наша. То есть можно обращаться к вам? Да, можно обращаться. Будем рады поработать со всеми. Спасибо. 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 Сказал он на рынок. Привет, Тимур. Ты какой-то мужик туда едет, профрезерованный. Спасибо. Приходите, звоните. Да.
Харьков, Харьковская область. Серега, ты бы не просто. У нас ни вода не бере, все отлично. Привет, можно интервью? Подписчикам Ивана. Пожалуйста. Спасибо. Конечно. Скажите, пожалуйста, я вот смотрю, у вас реально крутые изделия. Да, кто вы, конечно. Что вы, откуда и зачем, и это для чего? Это Кивырог, компания Парк Плюс. Мы занимаемся всем, что нужно пчеловодам. То есть ульи, рамки, подставки, нуклеусы, ВК, воскотовки. То есть все, что связано с пчеловодством и с качественным пчеловодством, это к нам. Ну то, что качество, это заметно, очень заметно. Вы крутые. А что вы можете презентовать, ну, показать, что какое-то одно изделие, которое вы можете похвастаться? Вот из последних разработок ЕВК для облетников, для маток. Что применено нового, что, допустим, до нас еще не было применено? Это верхняя крышка, прозрачная. Вот. Если здесь заполняется канди, и вы закрываете, вам уже не нужно лишний раз открывать, вы видите, выбрали его или не выбрали. Пчелка свободно имеет доступ, забирает канди. И вместо рамочек мы используем верхнюю планку с такой вощинкой. То есть порядка двух недель вам уже приезжает отстроенная рамка, и вы видите, засеяна она, не засеяна, как поработала матка. Это украинский стандарт, вот то, что сейчас больше всего применяется в Украине. Ну и смотрю, литочек у вас немецкий. Крутой. Ну, литочек немецкий, да. Крутой. К сожалению, да. В Украине пока литков никто не делает. Ну супер, класс. Он видит, он знает. Ваня специалист в этом плане. Спасибо вам большое. Пожалуйста. А как вас найти? Можно по телефону Парк Плюс, то есть, ну, мы на всех, вот, если посмотреть так, в Вайбере в группе, на форум на Дачке. Ну, в основных, в обществе. Вот это здесь. Спасибо. Пожалуйста, пожалуйста. Ну, то, что вы сказали, чтобы на телефон подавал. Вот вас, сколько всего на прошлый. Что? Не можем их разместить. А когда будет она проблема? Я не знаю, потому что я им делал такие методики. Есть тоже клиент мой. Говорит, будем еще добирать такие. Да. 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 Так бы замечательно. На зиму будем еще добирать. Как жизнь молодая. Ничего, нормально. Коллаборация? Ага. А где пасечник? Сами интересуемся. Понятно, загулял. Я просто вижу, что вот тяжело будет попадать. Они не протестировали, это чисто. Да. Привет. Как ветер. А что у вас новенькое? Можете 2 минутки выделить? Есть станки для искусственного осеменения. Вы сами их делаете, да? Да, сами делаем станки. Класс, разноцветные. И какая цена? 250 долларов. Это комплект, вот... чисто станок, без микроскопа и без углекислой кислоты. Ага. А если в полном сборе? Или полный сбор вы не делаете? Я пока не делаю. Ну, просто
микроскоп, не знаю, где хороший микроскоп, в принципе, это можно дешевле микроскоп взять, но это будет дороже. Ну да, кому подойдет? Поэтому микроскоп индивидуально, это как очки. Да, каждый подбирает для себя. У вас пчелки есть, прикольные. И вот это ваша визиточка, да? Да. Спасибо. Супер. Подписывайтесь. Это если я позвоню, вы можете по почте. Да, моего почта. Ага. Можно взять это? Если выступ. Для визитки. Визитка, это для слов. То есть это... Да. Ты готов? Визитка, ладно. Ну. Здравствуйте. Добрый день. А представьте, пожалуйста, свою продукцию. Что это у вас такое интересное? Електронна пасічна вага. Щоденний смс-звіт з даними про поточну вугледіву. Вимірює масу вулика і передає цю інформацію пасічнику у вигляді смс. Також передає дані на захищений сервер. Користувач буде мати логін і пароль від кабінету, в який він заходить, і буде бачити свою статистику. Статистика на сервер передається кожної години. То, що приходить по СМС, інформація, логі вулика, є можливість вибрати зважування, скажімо, зранку, зважування вечором, або тільки вечором. Годину зважування пасічник вибирає собі в кабінеті. Тобто по замовчуванню вона є 8 година, зайшовши в кабінет, ви можете змінити годину зважування. Складається з трьох основних частин. Це є вагова платформа, яка складається з 4 тензодатчиків по 50 кг. Тобто максимальна вага зважування 200 кг. Далі вимірювальний блок, в якому є GSM-модуль, і сонячна панель, за допомогою якої підзаряджається вбудована акумуляторна батарея. От зараз можна побачити, горить лампочка зарядки, тобто де зарядка. Якщо я закрию її, сонячну панель, бо я закрив, світло, тобто зараз де від лампи, от, не горить, горить. Тобто тут потужне світло і воно вже отримує мінімальний заряд. Автономна робота, якщо нема заряду, 10-14 днів. В кабінеті може бути дві ваги. Тобто якщо ви купуєте там одну вагу, потім захочете ще одну, підв'язується у вас кабінет, буде статистика, детальна статистика по двох вагах. Вимірювальний блок кріпиться на вулик. Тобто кріпиться, от в такому форматі. Можна кріпити під вулик. Тобто вже якби кожен собі вирішує сам. Кріпив з північної сторони, тобто, щоб сонце не попадало. Сонячна панелька можна ставити на вулик, але бажано щось тоді підкладати, бо кришка якби нагрівається і не є добре, тому що ззаді тут є силікон, який тримає цей провід. Він може розігрітися і, скажімо, відклеїться. Краще кріпити в такому варіанті, просто на передню стінку вулика, де найбільше в нас є якби сонячна сторона. Два шурупа знизу, один зверху підтримуючи, достатньо. Якщо є десь проблемні місця з сигналом, можна покращити такою антеною. Якщо сигнал геть зовсім поганий, то і така антена не допоможе. Тобто, закривається. Волога сюди не попаде. Ми тестували, ніяких проблем з попаданням вологи не було. Кріпиться на вулик, закріпили. Є датчик температури. Датчик температури і вологи. І температуру заміряють там? Так, і температуру, і вологу. А чим є датчик? От. Ага. Тут ми можемо поставити або під вулик, щоб волога не попадала, будемо мати зовнішню температуру. Температура теж на мобільний телефон дається? Ця інформація передається тільки на сервер. На мобільний телефон ви отримуєте. Ви отримуєте тільки баланс, так виглядає смс. Вага різниця, це батарея, це є в мілівольтах.
до зміни ставили проценти відношення, так краще зорієнтуватися в мілі вольтах. І баланс рахунку. Ну і далі там є, то є, що вже дає по цьому, СМС-питання, ваш оператор. Можна оператора. Різниця між чим і чим? Різницю. Вага була, наприклад, у нас. Так, от тут було 40, ну, вона якби залишила 40. Вона показала 40. А заряд батареї не показує, оставшись? Б. 400. Ви бачите, кожен день приходить вам смс. Раз в день, так? Да? І яка актуальна ціна на сьогоднішній день? 3500 гривень. А ви... Ви являєтесь виробником? Я поставляю виробника. Тобто консультації, продажі, замовлення, пропозиції. Розробником є Лимон Віталій Ростиславович. Тобто він придумав плату і прошив. Добре. Клас. Дякую. Інструкція називається. Продається ціна указана, написана із упор. Що забув сказати, одну деталь передає, значить вага передає ще GSM координати. Тобто не GPS координати, GSM, GSM модулі по базових станціях. Точність невисока, похибка може бути від 10 до 100 метрів, але якщо, скажімо, це в полі, нема перешкод, то досить знайти можна. Можна знайти. Зрозуміло. Дякую. Дякую, дякую. Тепер прийдеться монтувати. Я знаю. Ні. Я ж там зараз в спортзал пойду. Ні, то таке, знаєш, може там не своє. Ти чуєш мене? Ти вже нічого не чуєш. Чую, що? Чую, я в спортзалі буду. А що це там було? Валентина Степановна, здравствуйте. Здравствуйте, дорогой. Канал YouTube передает вам привет. Как у вас дела, что у вас новенького? У нас все замечательно, дела. 25 заказов, 34. Не, ну заказы нам... Приняла. Нам интересно, вот. Что у вас нового. Нового, смотрите, что нового. Да. Презентую, смотри, Иван. Подарочный вариант кухничный. Да? Чем отличается? Особенно для солидных пасечников. Я же, наверное, некрасивая, губу уже съела. Все нормально. Смотри. Зато покажем все, как есть. Сетка, которая позволяет дышать, проникает, да? Угу. Особенно тем, у кого есть трудовой мозоль. Подарочный вариант. Здесь написано, что бжолы то воля, то наша доля. Да. Ткань плотная, 290 плотности. Очень хорошо стирается, носится, не жаркая. Потому что это все как бы натуральная ткань. Вот это новинка. Ну вот на сайт будет выставлен вот такой комбинезон. Вот я сфотографировала его. Это комбинезон, маска съемная. Смотри. Маска замок. И здесь комбинезон замок. Угу. Вот. Расстегивается. Закрыто. Ну, кто хочет комбинезон, есть комбинезон. Есть комбинезон. И такой вариант. Не только маски съемные, но и маски на замке можно сделать для комбинезона. Класс. Спасибо. У вас контакты не поменялись? Нет, не поменялись. Хорошо. Все хорошо. Звонят там. Да я увидел у Саши хорошо, и Ивана Фабро и так далее и тому подобное. Все, я желаю вам удачи. Так, и в ящички. А ты получил там, тебе все хорошо? Да, все отлично. Я бы самый модный пчеловод у нас в Украине. Я понял. Никого такого нет костюма, как у меня. Да. Спасибо вам. С брюками у вас. Все вообще крутяк, да. Спасибо.
Добрый день. Добрый. Мы видели вас на канале у Сергея Булатова, когда он приезжал к вам в гости, к вам в пасеку. Вы можете рассказать немножко о себе? Вкратце? Могу. Не держать микрофон? Не надо, я сам подержу, если можно, смотрите. Мы создаем пасеку. У нас уже практически подходит к концу зимовка. Я считаю, довольно успешная зимовка, минусов никаких нет. На текущий момент у нас 230 пчелосемей. Угу. И планируем довести до осени месяца до 500 штук. Для этого у нас все уже готово. Вплоть до того, что вообще не на рамке уже даже. Угу. Развиваемся, растем. Дальше будем. На этой выставке вы увидели оборудование, которое, может быть, хотели приобрести? Да, я увидел здесь компанию Bistar, с которой мы уже сотрудничаем. Медогонку, которых я покупал раньше. На 68 рамок. И сейчас ребята сделали стол для распечатывания рамок, который полностью стыкуется к нашей. Недешево, ну 48 тысяч, я думаю, аналоги импортные гораздо больше стоят. Такая получается реклама Bistar, но в общем-то качественная, хорошая техника. Я понял. Как давно вы занимаетесь пчеловодством? С 12 лет, не скажу сейчас сколько мне. Ладно, скажу 47. Тут 35 лет. С небольшими перерывами. Сейчас столкнулся с тем, что, оказывается, я неправильно пчеловодством занимался только потому, что у меня нет образования пчеловодческого. И как у меня пчелы не умирали до этого, непонятно, но придется, наверное, учиться для диплома. Потому что, возможно, будут какие-то требования по сертификации своего, скажем так, хозяйства пчеловодческого. Придется учиться. Не понял. Спасибо. Спасибо большое. Мы вот подходим к известному человеку, пчеловоду. Его, я думаю, представлять не надо, знает вся Украина, и не только Украина, и ближнее зарубежье. Геннадий Брониславович, такой вопрос. Вопрос от многих пчеловодов. Как в этом году прошла выставка? И что бы вы хотели улучшить бы? Или, может быть, оставить на этом месте? Ну, по выставке. Судить вообще выставки нужно тем людям, не кто, может, ее организовывает. Мы должны анализировать. А судить должны те, кто выставляется, и те, кто пришел сюда что-то купить, да? Значит, я и тех слыхал, вот по конкретно этой выставке, практически не было замечаний, ни от кого еще услышано. Ну, там некоторые жалуются, может, такой косвенный этот самый, ну, вот касса, если бы больше была, там было бы немножко лучше. А так, вот за многие годы первый раз не было толкучки в пик. Да. С 9 у нас до 10:30 всегда где-нибудь толкотня. В этот раз буквально там час возле только Лысоня было, там немножко не подойти. И то из-за того, что это новенький. Еще не знают многие, какой он на вкус. То есть подходили попробовать. А так, в принципе, нормально прошло. Я вот сейчас сегодня только смог спокойно обойти тех, кто осталось. Тут несколько человек уехало. Посмотрел, что привезли. Местами приятно удивлен в лучшую сторону, то есть привозятся. Очень нравятся изделия, я их называю «пороблено в Украине», которые на уровне, то есть люди немножко вкладывают, как не только руки, сердце, там, душу, то есть нормальные изделия, приятно взять в руки. Немножко, ну скажем, не настораживает, там, как-то отталкивает. Есть изделия, которые нулевые, то есть они еще не были в бою. Ну, сделаны, то есть люди уже потратились, нужно немножко просто откатать, потом их ну, тиражировать сильно. Ну, хотя таких замечаний по конструкциям этим нет, но желательно проверить, что там по решеточкам, пластик как, долго будет ходить. Ну, в прошлом году сделали, ну еще, ну, там у них проблема у решеток разделительных, что они хрупкие становятся со временем, ломаются потом. Ну, а так вообще, мне самому понравилось и выставляться, и так походить, посмотреть. Я хотел бы добавить, Геннадий Брониславович очень давно участвует на выставках, и очень-очень давно это все видит изнутри. Хотел бы задать вопрос. Скажите, молодежи стало больше? Имеется в виду, да, посещаемость. Посещаемость, интересуются люди. Мне очень приятно, что с детьми приходят. Вот это как-то... И на занятия вот смотрю, там иногда, ну, может, там жена ставит условия, типа, сходишь, если ребенка возьмешь, да, этот самый, ну, уже как-то с этим лучше. Девочки ходят молоденькие, тоже приятно. Причем это не зайти поглазеть, они пчелами занимаются, успешно занимаются. То есть не только это мужское дело, скажем так. Это вообще молодежь меня приятно радует тоже.
Вот на семинарах в этом году много ездили, тоже есть молодежь. Хотя есть еще у нас костяк, как говорят, к минусу относится, костяк престарелый, мягко говоря, я туда уже себя отношу. Надо молодежи по максимуму взять наш опыт, чтобы не изобретать колесо два раза. То есть уже если что-то мы прошли, надо пользоваться готовым и идти дальше вперед, что-то нарабатывать свое новое. Такой вопрос. А что бы вы пожелали нашим производителям, украинским производителям, которые производят украинскую продукцию? Да, собственно говоря, я помню времена, когда считалось 100 позиций в магазине. Это очень хорошо. Сейчас у нас средний магазин, ну ты, наверное, сам знаешь, имеет 500 позиций инвентаря. Ну, их вот на выставке, которая была в Гармении в Цели, там 2000 позиций. То есть, хотя, опять же, в магазине продавец говорит, ходовых 120, то есть этого вполне достаточно. То есть мы уже на уровне. Хотелось, может, там разнообразие, там пистончики какие-то, там что-то еще такое, прибамбасики. Ну, я помню времена, когда в магазине одну стамеску продавали, а сейчас их минимум 20. Да. То есть можно выбрать уже и по цвету даже, и на вкус. Не говоря уже там по прочности, там материал. То есть это у нас все есть. Оно само будет, как появляться какие-то новые там улья, новые конструкции, новые какие-то вот медогонки. Хотя мы сейчас за последние 5-10 лет максимум скачок сделали в сторону, ну скажем, усложнения этой техники, повышения производительности труда. А мы сейчас все знаем, что время у нас, 100 дней работаем в сезоне, грубо говоря, время очень дорогое. И есть смысл потратить деньги на оборудование, чтобы экономить время. То есть оно отбивается, того стоит. Причем там некоторые вещи, когда просчитываешь, получается, что если посчитать все правильно, то дорогая медогонка на себестоимость продукции меньшее влияние имеет, чем таров. То есть стара стоит дороже, получается, в общем процессе. То есть дешевая тара, может быть, нужна будет. А это тоже дешевая тара решается объемом, потому что цена тары – это обычно на литр, стоимость на литр разделить. То есть и бочки стоят недорого, а вот маленькие там ведерки 3, 5, там 10 килограмм они получаются относительно. Ну, с ними удобнее носить, так тоже. От всех пчеловодов, зрителей канала Ивана Фабро, акцентирую, хотим пожелать Геннадию Брониславовичу крепкого-прикрепкого здоровья. Как говорится, многие-многие лета. Не отказывайтесь. Да. Мы хотим вас видеть и просто можем гордиться, что у нас есть такой человек. Ты согласен? Махни камерой. Согласен. Спасибо. Всем привет. Здравствуйте, Денис. Здравствуйте. Я вижу, вы в этом году на выставке тоже предоставляете свою продукцию. Да. Вот скажите только честно, спрос. Как спрос? Вы можете мониторить вот на начальной стадии продаваемости вашей продукции и вот в данный момент? Ну, сейчас мы выпустили новый корпус 145, есть возможность объединить два 145 и использовать шестирамочник на додановскую рамку. То есть и начался интересный спрос. То есть я такого даже спроса не ожидал. По звонкам, по визиткам, по интересу, так как я качество не уступаю, то есть качество высокое, не уступает бибоксу, который мы видели цены 2500 за аналогичный улей, то спрос хороший. Тем более еще я привез книжки брата Адама, которые тоже продаются. Ну, книжки мы все читаем обязательно. Да. Вот. А такой вопрос. Были ли предложения от других фирм, ну, компаний европейских, о продаже вашей продукции за территорию Украины? Сейчас мы буквально вчера договаривались с эстонцем. Уже месяц, как ведем переговоры с белорусом, и они уже на конечной стадии. То есть очень много ульев отправляется на Молдову. То есть растем. То есть я правильно понял, пчеловоды Европы тоже могут приобрести вашу продукцию уже за рубежом? Конечно, в Германии. В Германии можно купить. И Made in Ukraine мы никак не опозорим. И будем держать марку. Не, марку мы вашу проверяли. Многие, наверное, зрители видели эти ролики, как проверяется, тестируется улей. Вот. Скажите такой вопрос. Дальнейшее производство 10-рамочных ульев планируется?
Сейчас... Это заняться, это ниша? Конечно, конечно. Обязательно мы займемся, мы полностью закроем всю линейку ульев возможных. Сейчас мы в тестовом режиме сделали 145-й 10-рамочный, 10 рамок. И достаточно хорошие результаты мы видим, будем тестировать в сезоне. В сезоне будем тестировать и покажем результат на видео. Ну, мы, украинские пчеловоды, рады за нашего производителя, который производит качественный продукт. И будем гордиться, если наши пчеловоды будут тоже, потребляя украинскую продукцию, получать от нее только позитивные результаты. Вот. Все, Денис, спасибо. Вам большое спасибо. Всего, до свидания. Пожму вам руку, пожелаю вам успехов. Спасибо, и чтобы спасибо. Вы только-только развивались в вашем бизнесе. Спасибо. Здравствуйте, Владимир. Здравствуйте. Очень давно вас знаю, вы как начинающего пчеловода. Хотел вам пожать руку. Скажите, пожалуйста, ваше впечатление от выставки? Впечатление такое, что это, наверное, самая лучшая выставка, которая происходит в Украине в течение всего сезона. Потому что сравнивать, допустим, тот же Бжолярский круг, то Бжолярский круг – это, скажем, не как ярмарка, скажем так, лучшая, да, для встречи пчеловода. А пасечник Слобожанщины 2018 – это то место, где можно купить все, что душа желает. И на сегодня, в принципе, я смотрю, вот я 3 года уже подряд на эти выставки прихожу, и я смотрю, что качество растет. Качество растет. Понятно, что продают еще, скажем так, не то, что надо, скажем, там нам пасечникам. То, чтобы нам хотелось, наверное. Но качество, несомненно, поднимается, и тому подтверждение Лысонь, и Парк Плюс, который предоставил, да, вчера улики, который приятно смотреть, приятно в руки брать. Даже в руки брать это, приятно, да? Да, чувствуется, да. Качество. Это, и, ну, то есть, шикарно, конечно. Поэтому я говорю, что это самое лучшее. Что бы вы пожелали нашим пчеловодам украинским? Ребят, я пожелаю всем объединяться. Объединяться, еще раз объединяться. Все, дружить. Правильно. Потому что лучше... вместе мы сила, вместе мы мощь. Неважно, кто нас объединяет. Главное, что главное не лидер, который, скажем так, а главное пчеловоды, которые покажут лидеру, куда нас вести. То есть вот так. Мироненко Михаил Владимирович, Бортник. Скажите, пожалуйста, как вам в этом году выставка? Вот именно в этом году. Раньше у нас тоже происходило. Что-то вас впечатлило или Ну, впечатлило, поскольку я ее организовывал. По затратам труда и энергии это было значительно труднее, чем в былые годы. Но результат не применил о себе заявить. Я считаю, что мы сделали праздник для пасечников, организовал такую выставку шикарную, я считаю. Я вот ответил. Да, да, спасибо, хороший ответ. Может быть, вы посоветуете на будущее, какие-то есть планы у вас, проводить еще больше грандиозные выставки, потому как народу было, вы видели сколько? Есть над чем думать, есть куда расти. Выставка должна проходить 2 дня, полных 2 дня, не так, как вот сегодня воскресенье, здесь уже народа меньше. Ну, некоторые распродали производители свои товары и поуезжали. Поэтому, наверное, нужно запасаться большим объемом товаров, и будет лучше для всех. Ну, есть такие наметки, там по секции, может быть, эту выставку разбить. Ну, думаю, думаю. Я знаю, вы очень хороший пчеловод и с большим очень стажем. Что вы пожелали нашим пчеловодам Украины? Ну, не только Украины, и Белоруссии, и России, и Казахстана, ну и всем ближайшим. Пожелать крепкого здоровья, успехов и качественного племенного материала. И подписывайтесь на канал Фабров. Не возражаю, канал хороший, мне нравится канал Фабров. И вот, друзья, заканчивается выставка, которая проходила в городе Харькове в спортивном комплексе «Локомотив». Выставка прошла успешно, посетило нас очень много людей, пчеловодов с Украины, с ближнего, как говорится, зарубежья. Была предоставлена продукция украинских производителей и производителей Европейского Союза. Это компания «Лысонь», которая могла любезно предоставить свою продукцию. Был сам ее учредитель Томаш Лысонь. Многие люди имели возможность с ней
с ним пообщаться. Он уделил каждому какое-то время, с кем больше, с кем меньше. Ну, люди могли задать ему, кстати, вопросы и получить до него хороший ответ. Он общается на русском языке, имеет возможность владеть этим. Это было очень, кстати, приятно. Мы были немножко удивлены. Вот. Что еще сказать? Много было очень друзей, много очень было знакомых. Мы старались с Ваней, с каждым поздороваться, с каждым пообщаться, уделить каждому человеку время. Вот. И я надеюсь, что все мы друг друга будем помнить и сплочаться все сильнее и сильнее. Поэтому, ребята, я хотел бы, чтобы вы приезжали на такие выставки, на такие мероприятия, делились своим опытом обязательно. Обязательно могли предоставить свою продукцию, если вы производитель, чтобы вы ее увидели и могли ее приобрести. Ну, на этой ноте хочу сказать вам всем огромное спасибо, что смотрите канал Ивана Фабро. Обязательно смотрите, там очень много интересных видеоматериалов, которые очень полезны для пчеловодства. Оставайтесь всегда с нами, будьте все здоровы. Пожелаю, хочу вам пожелать очень-очень хорошего настроения, хороших недосборов и крепкого-прикрепкого здоровья. Ребята, всем пока, подписываемся на канал Фабро.